А уже сегодня на Крысталовской улице у Новобелецком районе открыли ясли-сад номер 95. Подея – соправдное свято для жихаров 104-го микрорайона. Каб отзначить ее важность, открытие наведали керавники города и области. Подробязности у наступным сюжете. История установы сапраўды непростая. Калісьці тут знаходился дитячий дом. Будынок знаходился под юрисдикцией областного керавництва. У мая он перешел у маёмасць города, после чего возникло решение зробить ремонт и створить ясли-сад. У надыходзячым навучальным годзе в установе будут працаваць две молодшие группы и одна для детей от 4 до 7 годов. На базе сада плануют разместить первые классы средней школы номер 15. По словам губернатора Гомельской области Геннадия Слоуя, тут усе умовы для того, каб дети отчули клоп под дорослых. Нам нужна школа, нужны сады, нам нужно то, чтобы еще не наши дети комфортно себя чувствовали. И вот это здание даст возможность нашим детям почувствовать заботу государства, вас, уважаемые. Якостный косметичный ремонт, новая мебель, чистота и порядок. Установа готова принять детей у своих стенах. Отметная рыса садка, накированность на подрыхтовку маленьких деток до школы. Тут робить усе, каб адаптация до наступного научального этапа была легкой. Визитка установы, его насыщенность мастацкими образами. Упрыгоживанием будинка занималась наставница мастацтва 15-й школы Диана Вайтко. Работать для детей всегда очень приятно. Ты окунаешься в мир детства и сам становишься этим ребенком и играешь с этими картинками, путешествуешь по разным сказочным странам. Работа с детьми, она всегда очень творческая, независимо от того, какая у тебя профессия. Математик ты, ну, специализация, математик ты, биолог. В любом случае нужно обращаться к каким-то методикам для того, чтобы детей привлечь. Улады отзначают, махчима для молодого микрорайона недостатково одного такого сада. Але пильная работа у гэтым накірунку протягивается. У наступном годе тут з'явится яшчэ один дитячий садок. Где он будет знаходиться, уже докладно вядома. Миколай Скентиян, Павел Михно, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».